Всем привет! Продолжаем посещать выставки музея Ирарта. На Васильевском острове он находится, этот музей прекрасный, всем рекомендую. Цена абонемента 800 рублей в год. Проходит очень много передвижных выставок. Я хожу только на передвижные выставки. Ну, иногда заруливаю на постоянные выставки в Ирарте. Итак, сегодня мы посмотрим на работы Адам Мартинакис. Символ бытия, так называется выставка. Работы позволяют зрителю получить метафизический опыт переживания пустоты. Я зачитываю анонс выставки. Безликое тело как символ самой жизни, пространство как вечная зона ожидания, искусство как мост между личным и универсальным. В работах Адама Мартинакиса мы едва ли встретим что-то, кроме человеческих тел. Они переплетаются, соединяются, перетекают из одного в другое, рассекают друг друга, распадаются на части или растворяются в пространстве. Застывшее движение является здесь выразительным средством, как в танце, обезликое тело символом самой жизни. Автор рассматривает тело как некую базовую единицу. Вот что он говорит: «Я исследую взаимоотношения между людьми, их поведение, причины и следствия их поступков, пытаясь изобразить прошлое и будущее, концентрированно на настоящем. Время утрачивает свою природу, и действие разворачивается в воображаемом безвремени. Я зачарован идеей пространства, бескрайнего пространства, вмещающего в себя все», как говорит автор работы. Адам Мартинакис родился в 1972 году в Любане, это Польша, имеет польские и греческие корни. В 1982 переехал в Грецию, в Афины, обучался архитектуре интерьера, декоративно-прикладному искусству и дизайну. С 2000 года он работает, экспериментирует в области компьютерных визуальных медиа. Цифровая скульптура, цифровое видео, 3D, новые медиа. Член Союза художников Греции, живет, работает в Греции, Польше и Великобритании. В экспозиции в Ирарте представлено около 45 работ автора. Вот примерно все, что написано в анонсе о выставке «Символ бытия» Адама Мартинакиса. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Узнали что-то новое. Yeah.